Сегодня мы приготовим артишоки. Берем артишок, складываем в кастрюлю, самую большую кастрюлю берем и заливаем водой. Включаем огонь и варим 15 минут. Вот так вот. Тем временем приготовим соус. Это самое главное, что нам нужно, потому что сварить артишоки может любой. А вот вкусный соус приготовить может не каждый. Нарезаем мелко лук. Вот так вот меленько нарезаем. Затем мы берем вот такую глубокую тарелку, сыпаем туда лук, наливаем 2 ложки оливкового масла. И также теперь 2 ложки яблочного уксуса. И теперь добавим специи. Нужно посолить, поперчить наш соус. Затем перемешать. Также мы добавляем зелень и чеснок. Чесночка можно побольше добавить, он придает остроты. Затем все хорошо перемешиваем, и наш соус готов. Теперь посмотрим, сварились ли наши артишоки. Артишоки сварились, и уже мы можем их есть. На тарелку выкладываем наш соус и артишок. И теперь мы отрываем каждый листочек, макаем вот так вот в соус и кушаем. Но самое вкусное — это не листочки. Самое вкусное находится в серединке. И чтобы добраться до самого вкусного, я вам покажу, что нужно сделать. Когда мы уже съели все эти лепесточки, мы берем вот эти тоненькие тоже, очищаем, убираем. И также нам теперь нужно ложкой вынуть вот эти вот, как цветение, семена, что это такое. Вынимаем это все ложкой. Затем мы берем салфетку и хорошо все это протираем. Убираем все, чтобы ничего лишнего не было, чтобы ничто не укололо нам язык. Отрезаем ножку. И вот это теперь можно кушать. Это самое вкусное в артишоке. Выкладываем на тарелочку нашу серединку и поливаем нашим вкуснейшим соусом. Ну все, друзья, приятного аппетита! А вы не забудьте подписаться на мой канал, чтобы знать больше простых и вкусных рецептов.